Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы рассказать вам о том, что в моей группе ВКонтакте проходит конкурс на 5 миллионов на проекте Amazing Roleplay первый сервер. 5 призовых мест по 1 миллиону. Условия очень простые, поэтому переходите по ссылке в описании и участвуйте. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей, мы сегодня с новое видео. Видео получится, я думаю, очень интересным. Это будет наподобие Бурка в деле, только еще лучше. Надеюсь, вам понравится серия, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но перед этим я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Roleplay. Если здесь наберется 200 лайков, то я выпущу вторую часть. О чем пойдет речь, я вам чуть позже объясню. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой Инстаграм. Я создал его недавно, поэтому, пацаны, обязательно подписывайтесь, там будут мои фоточки жизни. Тем более, скоро у меня день рождения, буквально 22 июня мне исполнится 21 год. Поэтому переходите в Инстаграм, я туда буду кидать фоточки, возможно, сделаю стрим. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, просто перейдите, подпишитесь на Инстаграм, сделайте мне приятное. Всем желаю приятного просмотра. Ну что ж, я уже приехал на то место, где мы будем проводить такой некий эксперимент. Будут такие попрыгушки, покатушки и так далее. Моя задача в этой серии проверить на двух машинах, какая сможет залететь. Всего будет у машин три попытки. Три попытки залететь в одну сторону. То есть сначала нужно будет залететь вон туда, на то здание. И нужно будет попробовать еще залететь на это здание. Все я буду делать через такую вот канаву, вот эту, потому что здесь есть такие бугорки, трамплинчики, называйте как хотите, и с помощью этого, я думаю, мы сможем залететь. Скажу вам честно, я уже пробовал залететь вон туда, и я смог это сделать. Правда, не с первого раза, и я это пробовал на Мурке. На Мурке я смог туда залететь, и один раз даже перелетел. Но залетел я туда с помощью рикошета об вот этот щит, поэтому я не знаю, что из этого получится, но будет всего три попытки залететь в ту сторону и в эту сторону. И сегодня мы сравним вот эту замечательную BMW Мур 37 и мой Mercedes E63. А вот тот самый Mercedes, пацаны. Я их припарковал здесь рядом, возле друг друга, чтобы мне было удобно их брать. Номера здесь топ 38, но в принципе без разницы. Почему именно BMW и Mercedes? Потому что это BMW, что у меня, это самая быстрая машина на сервере. И в основном я на ней делаю все свои трюки. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, как с этим справится Мурка. А Mercedes я взял для сравнения, потому что у Mercedes максималка меньше, но разгон с места лучше и ускорение. Поэтому сегодня мы просто их сравним. У каждого из них будет три попытки в одну сторону и в другую. Я думаю, это будет очень интересно, поэтому обязательно поставьте лайк. И если вы наберете на этой серии 200 лайков, то я сделаю вторую часть. Во второй части я возьму Раптор, Гелик и BMW X6. И мы попробуем на них залететь в эти же места. Только понимаете, ну, легковые машины быстрые, это довольно-таки легко все, я думаю, будет. Может быть, нелегко, я не знаю. А вот на джипах, на трех джипах можно будет сравнить просто три джипа. И кто из них залетит? Я думаю, это тоже будет интересно, поэтому просто обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите приятные комментарии. Давайте начнем, я думаю, с BMW. Все, я сел в BMW. Пацаны, не обращайте внимания на вот эти белые циферки в правом углу. Это от хамхака, не знаю, как это полностью брать. Вообще был большой спидометр, я хотя бы такой маленький сделал, чтобы он был меньше такой заметный. Поэтому не обращайте просто на него внимания. На самом деле я установил хамхак, и, блин, это реально очень классная и удобная тема в плане камеры там и так далее. Это реально очень круто. Сейчас мы будем пробовать это все на BMW. Сначала давайте будем пробовать в эту сторону, именно прямо, а потом уже сюда будем пробовать. Честно, я
сюда еще не пробовал ни на одной машине запрыгнуть. Мне кажется, это даже невозможно. Но мы попробуем, пацаны, мы попробуем. Поэтому сейчас приготовимся, будем стартовать отсюда. Сначала смотрите, как мы попробуем. Мы попробуем сначала прямо, потом в эту сторону и потом в эту сторону. И посмотрим, как она залетит. Будем делать так с двумя машинами. Ну что ж, не будем терять времени. Конечно, меня могут посадить до морга, но надеюсь, этого не произойдет. Просто берем, ускоряемся и пробуем прыгнуть именно по прямой. Ну, такое себе, пацаны. Я просто знал, что у нас это не получится, потому что я вчера пробовал. Вот здесь по прямой залететь просто, ну, нереально, мне кажется, потому что очень маленький угол. Сейчас мы пробуем, получается, с этой стороны, но нужно как-то прыгать более как-то вот сюда. А здесь нужно прыгать более как-то вот сюда. Поэтому сейчас мы попробуем, только мне нужно сходить купить ремок. Теперь пробуем с другой стороны, но здесь мы уже будем как бы брать такой небольшой разгон. Но тут главное не переборщить, потому что если переборщишь, ты просто-напросто перелетаешь. Поэтому у нас есть еще две попытки с одной стороны и с другой. Все, берем ускорение, я включаю нитро и пробуем залететь вот с этой стороны. Вот вчера так само я ударился, пацаны, об щит и залетел сюда. Но в этот раз у меня не получилось. Это была наша, короче, вторая попытка, сейчас будет третья. Итак, третья попытка, уже с другой стороны, разгоняемся. Блин, нитро нету, ну ладно, давайте пробуем без нитро залететь. И у нас это не получается, потому что был маленький разгон. Но эта попытка не считается, потому что я не включил как бы нитро, оно не, его не было. Поэтому сейчас попробуем еще раз. Так, все, появилось нитро, берем разгон и пробуем с этой стороны залететь. С этой стороны тоже не получается залететь. Ну, мы залетели, но не совсем туда, куда нам нужно было. В итоге мурка, пацаны, залетела. Просто не залетела. В прошлый раз мне как-то повезло, реально, просто ударился от щит и залетел туда. А второй раз я пробовал, я просто-напросто перелетел на другую сторону, прямо на дорогу. Поэтому сейчас мы берем Мерседес и попробуем на Мерседесе. Все, я взял Мерседес, и также будем пробовать залететь именно вот по прямой. Но, скорее всего, не залетит, потому что, видите, здесь угол. Угол очень плохой. Хотя, блин, было близко, реально, было очень близко, но все же мы не залетели, потому что, ну, здесь реально плохой угол. Итак, берем такой же разгон, включаем нитро и пробуем залететь наверх, вот с этой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой, я перелетел, пацаны, я просто перелетел. Вот видите, я переборщил в этот раз. Но у нас бы получилось реально взлететь. Как бы да, я понимаю, что мой косяк, типа, что я перелетел. Но эта попытка тоже считается. Итак, теперь мы будем ехать последней стороны, это слева получается. Включаем нитро и едем. Попробуем взлететь именно здесь. Но у нас это, мне кажется, не получится. Блин, понимаете, ни мурка не залетела, ни Мерседес. Все, пацаны, я уже примерился. Здесь будет только всего лишь один путь, потому что я выбрал горку, где больше такой склон идет вверх. Поэтому я вон и отметил, вот здесь, вот сюда мы будем ехать и попробуем залететь наверх. Я, честно, не пробовал ни разу ни на BMW, ни на Мерседесе, поэтому это будет интересно. Тоже даем три попытки. Но, блин, мне кажется, сюда будет сложно залететь. Реально будет сложно залететь, поэтому включаем нитро и просто пробуем. Просто пробуем залететь наверх. Не получилось, пацаны. Не получилось, потому что у меня тачка на траве всю дорогу буксовала. Потому что это задний привод. Как-то у Мерседеса, ну, лучшее ускорение. Поэтому BMW, мне кажется, сюда не залетит. Я, конечно, верю в свою мурку, но, блин, мне кажется, она не залетит. Ну, либо надо разгон побольше брать. Так, я решил взять разгон от асфальта именно, потому что на траве зацепа для BMW просто нету, поэтому будем хотя бы отсюда стартовать. Отсюда так само будет ехать Mercedes, в принципе. Так, вот, ускоряемся, разгоняемся, прыгаем и... Есть, пацаны, мы залетели! Блин, мы реально залетели просто. Это очень круто. Это просто очень круто. Пацаны, я просто взял и залетел. Это просто жесть. Она залетела со второй попытки. Теперь давайте попробуем залететь на Мерседесе. Если Мерседес залетает с первой попытки, того же разгона, то Мерседес побеждает. Все, я взял прям такой же разгон. Просто нажимаем нитро и смотрим просто, сможет ли она залететь или нет. Ай, смотрите, просто не хватило чуть-чуть, понимаете, просто чуть-чуть не хватило. Она ударилась брюхом и летела. Ну, хорошо, с первой попытки она не заехала. Теперь давайте попробуем со второй попытки заехать. Итак, вторая попытка. Включаем нитро, разгоняемся и едем. Так, прыгаем, подлет. Она не залетела, пацаны. Со второго раза она тоже не залетела. Как так-то просто? Она буквально просто ударяется и отлетает. Все. Я думал, мы даже сейчас выше залетим, но в итоге она упала на траву. Все, пацаны, последний раз пробуем. Не думайте, что я сейчас специально как-то там делаю, чтобы она не залетела, типа, и BMW выиграла. Ну, реально так получается. Я думал, что Mercedes вообще с первого раза залетит. Так, берем ускорение, включаем нитро и последняя попытка, пацаны. Последняя попытка и нет.
Нет, просто нет, не залетает, пацаны. Мерседес не залетает. Я просто... Как он не залетает? У него разгон быстрее. Ну, максималка пониже, конечно. Я не видел, какая там скорость была, когда я на BMW залетал уже. Но, блин, я думаю реально, что Мерседес залетит. Давайте дадим ему последний шанс. Пацаны, я просто надеюсь, что он залетит, потому что я реально хочу залететь. Все, давайте, раз, два, три. Погнали, давай, Мерседес, просто залети, пожалуйста. Мы в тебя верим. Мы в тебя верим, Мерседес! Нет, не залетел. Просто не залетел, пацаны. Просто не залетел. Я не понимаю, в чем проблема просто. Мерседес, в чем твоя проблема? Давайте попробуем, ладно, еще в другую сторону, вот сюда запрыгнуть. Просто берем, тоже подпрыгиваем и... Даже сюда он не залетел. Ну ладно, сюда он зато залетел. Он залетел дальше, чем Мурка, понимаете? Я на Мурке сюда не залетал, я залетал ниже. Понимаете, просто он не залетел на вот другое здание. Я думал, он сейчас первый раз просто налегке залетит. Потому что, ну, бэха тяжелая. У нее задний привод, она плохо цепляется. Я думал, что, ну, бэха там, ну, не залетит, может быть. Но в итоге бэха залетела со второго раза. А вот Мерседес, у него лучшее ускорение, он легче. Он не быстрее, но легче, да, он легче. У него хорошее ускорение, хороший зацеп. И вот в итоге он не залетел. Короче, пацаны, эта попытка не считается, но я считаю, что это было очень круто. Ну что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр, блин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы доберете на этой серии 200 лайков, то в следующей серии я уже буду пробовать прыгать на трех внедорожниках и, возможно, даже с вебкой. Поэтому все зависит от вас, покажите свой актив, потому что в последнее время актив очень плохой и меня это совсем не радует. Скоро у меня день рождения, поэтому давайте, пацаны, наберем здесь много лайков. Я вам буду реально очень благодарен. Пацаны, если вы хотите увидеть вторую часть, то просто обязательно поставьте лайк, подпишитесь. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм и также участвуйте в конкурсе. Все, всем пока-пока.